Первая спецтехника на дорогах района появилась уже вечером во вторник. По словам начальника управления транспорта, связи и дорожной деятельности районной администрации Андрея Досовицкого, дворники, дорожные рабочие, а также порядка 40 тракторов и машин убирали снег с дорог и тротуаров, посыпая их песчано-стыльной смесью. Сегодняшняя ночь показала, здесь ничего ординарного не было, да, это часть того урагана, который у нас бушует по Европе, и со снежными зарядами часть коснулась нас. Работы предварительные начались со вчерашнего вечера, несмотря на то, что был дождь вперемешку с мокрым снегом, и уже ночью снег с ветром, и понижение к утру с температуры. Считаю, что все со своими задачами справились в общем и целом. Работа продолжилась и сегодняшним днем. В целом, по словам Андрея Досовицкого, проблем с дорогами нет. Я, например, удовлетворен той работой, которую провели дорожные службы и коммунальные. Сейчас, скорее всего, больше проблем будет в дворах и на внутриквартальных территориях, чем на дорогах общего пользования. По замечаниям, на 7:30 утра я связывался с диспетчерскими службами и с дежурной частью нашего районного ГАИ. Дорожно-транспортных происшествий, где бы были пострадавшие, раненые, нету. Было два происшествия, считаю, что не относящихся к погодным условиям. Это опрокидывание напротив тюрьмы на проспекте Красной Армии легковой машины и съезд кювет миксера в районе 67-го километра на перекрестке. То есть непонятна была ситуация, но без пострадавших, то есть все оформлено. Других происшествий нет, замечаний от пассажирской автоколонны у нас или от других частных перевозчиков не поступало в наш адрес. Мы сами видим, что в принципе сейчас в состоянии на 12 часов все основные дороги текут, так по-рабочему, если сказать. То есть все обработано, все основные проезжие части, снег счищен. По прогнозам синоптиков, снегопад может возобновиться и сегодня, а в ночь на 2 ноября подморозит до -4 градусов. Будьте внимательнее.